Хочешь скинуть несколько килограмм? Мечтаешь о красивой фигуре? Тогда тебе нужен биостимулятор AB Jimmy. Сгонять жир, качает мышцы. Сделай заказ прямо сейчас. Переходи по ссылке, не упусти свой шанс. А все? Давай! Подожди, нет, еще народа нет. Какого народа? Подожди, по-братски, подожди. Не торопись. Уйди из кадра. А, ты в этом, что ли, снимаешь? Да нахрена! Так он нормально сохраняется, я этот сохранил. Аккуратно. Вася, что получается? Васю, маму я топтал. Это что за киндл? Да, очень круто получилось, на мой взгляд. Хозяин, снимай. Хозяин, снимай. Ты хозяин заведения или кто? Беги. А теперь знаешь что? А ну-ка, выключите везде свет. Вот, смотри, о чем я и говорил. Иди посмотри, как смотришь. Оба-на! Вот. Ну-ка, включи. Смотри, оно как будто светится. Вот я тебе о чем и говорил. Ну, что я тебе говорю? Беги. Как будто на следственном эксперименте. Дыши. А вы не хотели. А? Вот они, золотые руки мастера. Да. Все. Скромняга. Класс. Ну да, будет. Да? Ну... Наиграем. А? Корону надо добить, и все. И будет нормально смотреться. Корона на око. Да. Нравится? Пойдет? Да не пойдет, вообще круто очень. А когда выключен еще... Ну, холодильник включи себе. Холодильник включи, давай этот выключим, посмотрим. А ну подожди, Ром, дай. Да, вот выключи, знаешь, как... Все, давай. Выключай. Угу. И даже вот теперь попробуй снять сейчас. Посмотри, как это будет. Да, нет, на это, на фото. Меня смотри, как вот тебе, пожалуйста. С холодильником на пару вообще. Хука лаунж тоже, говорит, напишите. Я же говорил. Снизу? Да, надо. Ну, это надо уже... Ну, завтра накатаем. Я с этим задолбался. Ну, ничего, вырежем. Завтра вырежем как раз. И корону. И корону, да. Все? Да. Мурик, не ври, брат. Че, говорит? Вырь палец. Ха! Прости. Прощаю. Беги. Теперь я пойду себе кальян сделаю. Кстати, бли готов. Рома, давай, ты главный инженер, архитектор. Главный, кто все делает. Вадим, убери вот это все, краски, которые... Что там у нас может происходить? У нас колено будет скоро. Видишь, даже это нормально все. Может, еще что-то подкрасить? Да. Ром, приди, пожалуйста. Да елки-палки, хватит фотки, я тут хер. Все. Согласен. Мы как пошел. С этой подсветкой сочетается. Видишь, с нижней. Нормально. Я не думала, что так будет. Не думал? А смотрится, видишь? Очень круто. Сначала меня слушаться надо. Дальше. Корона и хука лаун. Не хватает. Я же говорю, хука лаун. Или на Дим энд Вей давай пишем. Все, на сегодня новостей больше пока не будет, завтра будем еще доделывать. Я снизу роспись поставлю. Романов. Салам алейкум. Вот базик зашел, для базика еще покажу. А базик, где ты? Вася, на этом, да, делаю? Да.
А что, в бус где? Там в радио, в бусе, что в твоем достижении. Нахуй делай. Жестко, да, получилось? А нахуй дыня, вот дыня. Ты приедешь? Где ты вообще? Это Байзет? Да, 7 часов уже. Ты закончил? Давай, заканчивай, приезжай к нам. Если мы еще здесь будем. От души. Вот это? Что, не брендовый? Есть честно? Все уже. Булочки, печенье, булочки. А такого существенного ничего. Подрать? Есть что подрать, Гейт? Чё? Базик пишет, есть что подрать. Блин, ну как же круто. Базик, принеси пиццу по-братски. Базик, ты слышал? Тут заказы пошли. В кредит. Можно в кредит заказать? Да, говори. Как вчера. Деньги вперед. Нету. Бля, теперь надо на дверь сделать. Дверь? А, на дверь? Да. Давай завтра, я тебя молю. Молю, давай завтра, я уже не могу. Знаешь, какой значок на дверь? Ну, слабо, это вот. Вот так пью, как там, мужской и женский вместе работают. Ну так он так и хочет сделать. Круг, вот стрелка, плюс, а потом... А, отсюда сразу. Да. На один. На один? Бывает вот так. И вот там. Ну да. Но если это будет смотреться, сделано. Бавария, уйди отсюда. Сделали кран. Чемпион? Сделали. Сделали кран? Да. Сделали. Нормально, да, пасется? Сочетается с баннером. А что было с краном? Все нормально было, Базик. Рома просто сделал сам. Я вам изначально сказал, дайте Роме сделать, он сделает сразу. Делай погромче. Хватало все. Давайте, короче, Базик, мы тебя ждем. Остальным всем салам алейкум.